В эфире программа «Совет эксперта». Меня зовут Светлана Соловых. Здравствуйте. Ну, во-первых, не только детей, но и их родителей сегодня этим замечательным днем хочется поздравить с наступившим учебным годом. Год будет, надеюсь, для вас, для всех удачный со всех точек зрения. И поэтому наша сегодняшняя тема, тема программы будет звучать, мне кажется, особенно актуально. Прямо сейчас мы хотим поговорить о депрессии. У нас в гостях врач высшей категории, главный окружной невролог Северо-Восточного административного округа, заместитель главного врача Анвар Исмаилов. Добрый вечер, Анвар. Добрый вечер, Светлана. Сразу напомню, телефон прямого эфира 651-0791. Дорогие друзья, если тема депрессии вам так или иначе знакома, либо вы хотите разобрать какую-то конкретную ситуацию, то присоединяйтесь к нашей беседе, дозванивайтесь в прямой эфир, и будем, как говорится, разбираться, будем общаться, будем выяснять, как же нам быть с этим непонятным, непростым словом. Но даже сегодня, таким замечательным, ярким, солнечным, погожим днем, для многих, можно сказать, все вышло не так просто. К 1 сентября готовились и дети, и родители, и для многих это тоже определенное депрессивное состояние. Можно здесь какие-то советы, рекомендации, напутствующие дать, чтобы как-то пережить этот момент? Ну, конечно, во-первых, чтобы людям было понятно, что такое все-таки депрессия. Многие его не совсем так четко представляют себе. Естественно, это расстройство настроения. Одни люди могут подумать, ну, плохое настроение, день неудачный, скажем так. А другие дня, за дня в день находятся вот в таком плохом настроении. Конечно, у них это депрессия. А то, что там сиюминутные состояния там, по каким-то фактам, то же самое, что на 1 сентября, ведь достаточно сложно собрать ребенка, тем более в первый класс. Это надо его подготовить, это надо найти ему достойную одежду. Даже мелкие нюансы для ребенка, ведь это праздник. И мудрые слова найти, объяснить ребенку, да, чтобы он не боялся и понимал, что школа – это скорее хорошо. Да, поэтому, конечно, фактором, спровоцирующей депрессии, могут быть и такие кратковременные стрессовые ситуации. Но могут быть, конечно, основной причиной возникновения депрессии все-таки является это хронический стресс. Это достаточно долгий хронический стресс. Если длится стрессовая ситуация более 6 месяцев, рано или поздно приводит это к возникновению депрессии. Хотя депрессия может вызвать очень много факторов. Это неустроенность в быту, это может быть развод, это может быть проблемы, связанные со здоровьем, это может быть та же ситуация, когда какое-то горе в семье происходит. Конечно, такие страшные проблемы, как смерть близкого человека. Эти все факторы, если их в той или иной мере не преодолевать или не лечить, рано или поздно может привести к возникновению депрессии. Скажите, а депрессия, скажем так, на пустом месте может вырасти? Конечно. У нас есть целая категория семей, которые из поколения в поколение находятся в состоянии депрессии. Поэтому оно наследуется. До конца еще учеными не выяснена все-таки причина возникновения депрессии. Но, естественно, спровоцирующим фактором является стресс, но говорят, что при этом в головном мозге происходит нарушение определенных обменных процессов и недостаточная выработка специфических ферментов, типа как серотонина, норадреналина или ацетилхолина. И поэтому современные препараты, которые применяются в лечении, в основном эти препараты воздействуют именно на эти структуры. Если, скажем так, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то спасение от депрессии – это в первую очередь все-таки спасение самого себя самим же собой, или кто-то должен принять участие в данное время в твоей судьбе? Но, конечно, во-первых, саморегуляция, конечно, имеет огромное значение. И даже те сеансы психотерапии, которые проводятся больным с депрессией, их учатся саморегуляции, тому, как преодолеть эмоциональный стресс. Именно вот период эмоционального стресса, если вовремя этот стресс не пройдет, потом последующий приводит к депрессии. Но если у вас все-таки возникла эта депрессия, конечно, его лучше преодолевать не одному. Во-первых, в первую очередь совместно с врачом и с близкими. Близкие должны принять, конечно, самое такое активное участие в преодолении вот такого депрессивного расстройства. Ведь их чуткого отношения к пациенту многое зависит. В таких случаях обычно какие могут быть советы? Просто банальные советы хотя бы. Нельзя никогда упрекать.
И всегда надо объяснить родственнику своему или близкому, или ребенку, что депрессия все-таки это заболевание. Это не прихоть его. И что, раз это заболевание, его надо лечить. Хотя, если так образно выразиться, все-таки истинного какого-то заболевания-то такого уловимого, по нашим пониманиям, при этом не присутствует. Депрессия все-таки это расстройство. Это на уровне функционального состояния и между заболеванием. Если, конечно, это не вылечит, оно может перерастаться в большую депрессию, в последующем психическое расстройство. Мы с вами прекрасно знаем, что иногда это даже очень и очень плохо заканчивается. Я напомню, что прямо сейчас мы говорим о депрессии. Депрессии на фоне чего возникали когда-либо у вас? Быть может, вы сейчас, как вам кажется, находитесь в состоянии депрессии. Обязательно дозвонитесь в нашу студию, расскажите вашу историю, задайте вопрос нашему сегодняшнему эксперту, врачу высшей категории, главному окружному неврологу Северо-Восточного административного округа Анвару Исмаилову, и я абсолютно уверена в том, что мы поможем разобраться в вашей действительно, наверное, непростой ситуации. Но, наверное, в этом году самая актуальная депрессия, на фоне чего она могла возникнуть со многими людьми, это все связано с работой, потому что непростая экономическая ситуация дала о себе знать, и люди, ну, скажем так, реально были не готовы к тому, что сегодня они востребованы, сегодня они высокооплачиваемы, а завтра они, извините, никто. Вот здесь какие советы, рекомендации можно дать? Вот даже, знаете, давайте попробуем поэтапно. Несколько дней после того, как ты лишился работы. Вот какие твои действия? Проплакаться в подушку, я не знаю, разбить пару сотен тарелок. Что сделать? На самом деле, да, кризисная ситуация является таким социальным фактором, спровоцирующим депрессию, который не зависит от человека. На самом деле. Но так или иначе он в ней оказывается. Да, естественно, на этом фоне у него возникает. Это, вы правильно сказали, потеря работы. Или даже, может быть, скандал на работе. Неудовлетворенность своей работы. Или то, что ему снизили его содержание. Оно может, конечно, спровоцировать. Что в данный момент самое главное человеку должен понять? Во-первых, что эта ситуация все-таки переходящая. Он должен, сегодня это так, завтра на самом деле он должен быть именно оптимистический настрой. Чем отличается человека состояние депрессии от здорового человека? То, что у него есть постоянный пессимизм и неуверенность. И что самое плохое, он должен понять, что в состоянии депрессии, ведь чем проявляется депрессия? В первую очередь это снижается работоспособность. Именно умственная работоспособность. Представьте себе, человек был на высокооплачиваемой работе и он теряет свою умственную работоспособность. Он начинается быстрая усталость, забывчивость. И он теряется в этих ситуациях. Для этого что самое главное, в первую очередь? Чтобы он организовал свой рабочий график. Четко определил, какие приоритеты в первую очередь надо сделать. Какие можно отложить. Потому что в состоянии депрессии человек боится приступить к чему-то. Но либо откладывает на завтра какие-то важные дела, это перерастает. Периодически откладывает. Естественно, должен быть разумное сочетание отдыха. Обычно в таких ситуациях что происходит? Ни в коем случае нельзя рано ложиться, потому что, во-первых, у него есть биологический ритм, он не сможет заснуть. Он начнет в это время думать, мыслить, а это приведет к тому, что у него нарушится сон. Естественно, утром он будет плохо вставать, разбитый, и дневная сонливость. Хотя это является симптомом депрессии, но при этом само по себе то, что у него был нарушен сон, он не выспался, он опять же будет себя на следующий день плохо себя чувствовать. И так оно будет продолжаться изо дня в день. Давайте мы продолжим разбирать эту ситуацию сразу после того, как пообщаемся с вами. Я напомню, говорим о депрессии прямо сейчас. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вот как бы, я не знаю, чем отличается депрессия от просто подавленного состояния, либо это какая-то из степеней депрессии, но у меня вот такой вопрос еще есть, как бы... Не хотелось бы принимать депрессанты, так как слышал, что они вызывают зависимость. Что может посоветовать для улучшения общего состояния, кроме этим, ну и кроме как бы, или есть кроме лекарств что-либо еще действенное? Спасибо за вопрос. Спасибо. Вы знаете, на самом деле депрессия что такое? Это расстройство настроения. Достаточно сложно человеку самому определить, есть у него депрессия или это просто фон настроения у него снижен. Если такой вопрос возникает, существуют определенные тесты, при котором можно определить. Конечно, больной или пациент сам не сможет отличить, есть ли у него просто плохое настроение или все-таки это депрессия. Но должен вам сказать, что наиболее часто то, что плохое настроение, оно оказывается депрессией.
Потому что если длится долго, если человек не получает удовольствия от той жизни, которую он получал, если у него появилась раздражительность, быстрая утомляемость, причины, конечно, могут быть очень разные, но все равно это все-таки депрессия. А как лечит? Наш пациент боится принимать антидепрессанты. Современные антидепрессанты, на самом деле, они очень эффективны и достаточно безопасны. И к ним фактически не бывает привыкания. Раньше для лечения депрессии широко применялись разные группы препаратов, таких там белатаминал, белоиды, применялись типа карвалола, разных настоек. И были раньше типичные антидепрессанты. Они достаточно тяжело переносятся человеком. Но современные антидепрессанты, они достаточно очень эффективны, и к ним не бывает привыкания. И очень эффективны в данной ситуации, потому что они, как мы с вами говорили, что одной из причин возникновения депрессии является все-таки нехватка или серотонина. А современные антидепрессанты, они являются ингибиторами обратного захвата серотонина, как раз, который считается как бы гормоном удовольствия. Но вот вопрос, надо ли принимать антидепрессанты, мне кажется, этот вопрос должен все-таки решать сам доктор, да. И ни в коем случае не человек, который думает, вот, наверное, у меня депрессия, дай-ка я попью этого. Конечно, в любом случае это должен быть назначение врача. А пациент спрашивает еще, можно ли чем-то обойтись? Конечно, да. Можно. Ведь медикаментозная терапия – это очень прекрасно, но не самое главное. Все-таки самым главным является психотерапия. Вот сочетание психотерапии с медикаментозной терапией является очень эффективным. Ведь психотерапия может быть индивидуальной, она может быть семейной, если это семейные проблемы. Она может быть групповая, иногда очень эффективна, когда пациенты такие же, как они, одними и теми же проблемами встречаются, легко его преодолевать, это состояние. Но при этом психотерапевт очень эффективно учит пациента саморегуляции, учит его преодолевать вот эти стрессовые ситуации. И даже после этого, когда он вылечится и уйдет, в последующем, если возникнет стрессовая ситуация, для него легче будет преодолеть эту ситуацию. Что является причиной депрессии? Можно ли, скажем так, вылечиться самому или просто в этой ситуации необходимо обращаться к доктору? Ответы на все эти вопросы вы найдете сегодня в нашей программе, так что слушайте внимательно. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашей беседе по телефону прямого эфира 651-0791. У нас есть следующий дозвонившийся телезритель. Давайте пообщаемся. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Очень рада. У меня вопрос вот какой. У меня диагноз тревожно-депрессивный синдром. Но я не совсем согласна с депрессивным. Тревожность, да, она у меня повышена. Но не бывает практически плохого настроения. Я все время в тонусе. И у меня на фоне непонятно чего, скорее всего, усталости хронической, ужасная рвота. Вот редкий день у меня нет вот этих неприятных симптомов. Мне выписали Гуанил, вроде бы полегче, но я бы не могла сказать, что совсем хорошо, не знаю, что делать. Будем что-то уточнять у телезрительницы. Вы знаете, естественно, диагноз, который стоит... Спасибо за звонок. Тревожно-депрессивное расстройство, но оно тоже является, конечно, одним из проявлений депрессии. При наличии вот, синдрома раздраженного кишечника, одно из проявлений панических или расстройств, или тревожно-депрессивных расстройств, применяется широко Эгланил. Он является единственным препаратом, который снимается вот это состояние. Ну, здесь сложно сказать, что является основным ведущим фактором и причиной данной ситуации. Раз уж такой диагноз стоит, раз уж подобрана такая терапия, ну, в принципе, оно должно быть достаточно эффективно. Но я вам должен сказать, что депрессия может и сама излечиться. Ведь раньше же не всегда были у нас в арсенале такое огромное количество препаратов. И в той или иной мере депрессия сама себе тоже проходит. Но при этом возникает вопрос, а нужно ли лечить его, раз она самостоятельно проходит? Да, хороший вопрос, да. Действительно. Но на самом деле, конечно, нужно. Потому что мы не знаем, как долго будет у вас оно длиться. А не приведет ли такое длительное состояние ваше депрессивное к каким-то фатальным последствиям? Попытки к суициду, самоубийству и так далее. Это во-первых. Во-вторых, длительное нахождение в таком стрессовом или депрессивном состоянии снижает качество жизни.
Скажите, а вообще нужно ли разбираться в корнях депрессии? То есть, что явилось той причиной, которая вызвала вот такие последствия? Конечно. Во-первых, наши пациенты порой достаточно четко знают, что явилось причиной. Иногда, скажем так, у врача, может, если не хватит времени, расспросить все тонкости. Поэтому очень часто в таких случаях лучше обратиться к психотерапевту. Они более тонко, утонченно могут найти контакт с пациентом, чтобы пациент мог раскрыть, рассказать. Ведь проблема-то в чем? Статистически, допустим, в амбулаторной практике женщины обращаются с депрессией 2 раза чаще, чем мужчины. Но это не говорит о том, что мужчины реже болеют. Просто мужчины свою депрессию снимают там алкоголем. По-другому переносят. Да, или наркотиками, или он просто мужчина. Ну, подождите, есть хороший мужчина, который ездит на рыбалку и таким образом это тоже, да. тоже снимает депрессию. Это крайне редко. Так. Хотелось бы, чтобы это было почаще. Да. Или пойти в футбол погонять там, или фитнес. Но при этом у мужчин есть одна проблема. Они боятся пойти к врачу и показать свою слабость. Психическую несостоятельность. Так. Депрессия проявляется и плаксивостью, и быстрым сменом настроения, и сексуальными расстройствами. Он это все не хочет раскрыть. Женщины более в этом смысле открытые, они чаще обращаются к врачу, поэтому в данной ситуации очень быстро и эффективно вылечивается тоже. 651-0791, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как бороться с депрессией. Готовы пообщаться с вами. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Светлана. Вы в прямом эфире. Да, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. С каждым разом все больше удивляюсь вашему профессионализму. Спасибо. И вот у меня какой вопрос. Доктор вам перед этим ответил. Вот депрессия – это действительно серьезное заболевание. В психиатрии даже, по-моему, описывается это вот все-таки депрессия больше. Вот меняется резко фон настроения на самом деле. Это может быть и психоз ведь, или это же депрессия. Вот у меня утром, например, одно настроение. Я пришла на работу к себе, в больницу работаю, в больнице я с больными. Вот как раз вы говорили, что меняется у мужчин настроение. Но я работаю с наркологией. И у меня также меняется фон настроения по поводу работы. Вот и как быть? Вот это же депрессия разве? Или это ситуационное такое вот состояние у меня бывает? Ну, часто вот. Сегодня я пришла с суток и до сих пор не могу заснуть. Вот до сих пор спала, на работе мы не спим. Вот до сих пор я не сплю. Спасибо. Я хотела спросить вот у доктора, как вы относитесь к препарату глицин? Спасибо большое за ваш звонок и за вашу историю. К препарату глицин. Во-первых, депрессия. Да, на самом деле для депрессии характерно именно утреннее плохое самочувствие. Так, когда встал, как говорится, не с той ноги. Знаете, почему это? Это просто... банально просто объясняется. Вот у нас серотонин, вот гормон, который непосредственно отвечает на наш фон настроения, он начинает вырабатываться только тогда, когда мы открываем глаза. Угу. Да, он спит, как и мы. Да, поэтому у нас настроение, солнечный день хороший, чем пасмурный день. Потому что пасмурного дня нет, яркого солнца и так далее. Еще характерна определенная сезонность. Для депрессии. А осенняя депрессия уж точно не за горами. Да, и существует осенняя, зимняя, весенняя депрессия тоже. По поводу, конечно, вот то, что утром вот такое плохое настроение, какой-то, видимо, спровоцирующий фактор, если на работу человек приходит, и, во-первых, когда приходит на работу, он отвлекается, начинается чем-то заниматься, он не остается в своих мыслях. Почему я... перед этим сказал, что желательно не ложиться рано, потому что если все равно не заснешь, он начинает в собственных мыслях думать, и потом в последующем нарушается сон. Поэтому человека желательно в таких ситуациях отвлечь, беседовать с ними, но при этом не заискиваться, не показать ему, что он как-то ущербный, из-за этого с ним разговаривает. Нет, полноценно, чтобы человек не отвлекался, заинтересоваться чем-то интересным. А по поводу, что касается глицина. Ну, глицин – это наш отечественный препарат. В общем-то, очень достаточно хороший, эффективный препарат. Это комплекс аминокислот. Собственно, там 3 незаменимые аминокислоты. Собственно, эти аминокислоты, когда мы их применяем, почему их надо применять только под язык? Дело в том, что потому она незаменимая, что мы пищу его не получаем. Наш желудочный сок – как бы инактивирует этот аминокислоту, поэтому его надо натощак и желательно на ночь держать под языком. Эти 3 аминокислоты, которые тратятся на
нашим мозгом, когда он активно функционирует. А ведь в состоянии депрессии человек постоянно находится в разных мыслях. И прием депрессии может дать легкий, прием глицина дать легкий такой успокаивающий эффект. Но в идеале он не является препаратом для лечения депрессии. Для лечения депрессии все-таки должно быть применение антидепрессанты и психотерапии. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, по крайней мере, вот моя жизнь так показывает, что депрессия возникает, как правило, в двух случаях. Третий вариант для себя, по крайней мере, я определить не могу. Во-первых, это от безделия, когда ты не знаешь, чем заняться, и дай-ка я у себя какого-нибудь червячка поищу, а поскольку у нас их предостаточно у всех и у каждого, всплывают иногда совершенно жуткие вещи. И вторая вещь от однообразия. То есть, когда изо дня в день в 6 утра ты встаешь, ну кто во сколько, да, ты идешь на работу, с работы приходишь, ну, в общем, все, когда одно и то же, и монотонно. Вот и получается, что у человека невольно зашоривается его восприятие, как-то притупляется вкус и интерес к жизни. И вот результат. Вот так ли это? Или есть еще какие-то, скажем так, основные? На самом деле, конечно, такие факторы, эмоциональная скудность может вызвать быстрому истощению нервной системы. Но вот то, что какие-то болячки начинают себе искать, тут есть такая ситуация, что когда человек страдает депрессией, у него оно может проявиться, депрессия, в виде панических расстройств. Может проявиться в виде вегетососудистых, вегетативных кризов. А ведь когда происходит расстройство вегетативной нервной системы, оно проявляется очень многообразно. В чем оно может быть? Ни с того ни с сего повысится температура, появится сердцебиение, появится ощущение нехватки воздуха, отдышка, может появиться потливость. Может просто-напросто человек ни с того ни с сего появится резкая слабость, обморочное состояние или потерять сознание. Но ведь это все-таки следствие. А от чего все это случилось? Порой, когда у человека, вот я для чего это все и сказал, для того, чтобы было понятно. У человека появляется ни с того ни с сего сердцебиение. Так. Он что делает? Он в первую очередь идет к кардиологу или к терапевту, снимает ЭКГ. Ему говорят, у вас нету ничего в сердце. А человеку реально плохо. У него сердцебиение. Он считает, что у него боли в области сердца. Он говорит, нет, он идет к другому доктору, третьему доктору. И он находит такого врача, да, которому обязательно скажет, что конечно, что-то есть. Абсолютно идеального, здорового человека может не быть. Если там находится какая-то патология, начинает усердно его лечить. Но сам факт, что его лечат, человеку помогает. И проходит некоторое время, все возвращается в круги своя. И очень часто эти пациенты, прежде чем попадут реально к специалисту или к там, неврологу, или это, к психиатру или психотерапевту, они проходят все эти круги. Они лечатся у всех возможных специалистов. Ну разве это хорошо? Это очень плохо. Поэтому должен человек понять, что если что-то у него настроением не так, он что-то не так себя чувствует, что-то не так, в первую очередь, конечно, нужно подойти. Но сказать, у нас так сложилась традиция, что очень сложно пойти к психиатру, ну, по крайней мере, к неврологу надо пойти. Но при этом статистика говорит, что в Москве на амбулаторном приеме у врача общей или практики, ну, любого врача, 30-40% людей в той или иной степени страдают депрессией. Это говорит о том, что это заболевание не редкость. Это очень распространенная ситуация. Но вы согласны, что мы во многом сами себя загоняем в эти рамки? Конечно. Мы придумываем, мы надумываем, конечно, и увеличиваем размер. Конечно. То, что мы являемся трудоголиками, то, что мы, как вы сказали, 6 часов утра встаем и монотонно одно и то же делаем, и при этом постепенно наша продуктивность снижается. Конечно, это тоже является одним из факторов, спровоцирующим, потому что это однообразие приводит к быстрому истощение эмоциональное, человек вдруг возникает на таком фоне какая-то стрессовая ситуация, или человек видит какую-то тупиковую ситуацию, он из нее выйти не может. Он попадает в депрессию. То есть иногда, в принципе, наверное, достаточно пройтись не по привычной тебе улице, а по соседней, и провести выходные не лежа, например, на диване, а сходить хотя бы куда-нибудь, пусть даже вокруг дома прогуляться, но как-то изменить вот эту вот статичную картинку, и результат, он будет от этого? Да. То, что уже разнообразие жизни есть, уже он становится более устойчивым любым стрессом. Человек, который находится в более хорошей физической форме, он более легче переносится любой стресс. Хотя нельзя говорить, что расстройство настроения оно на эмоциональном фоне, но в любом случае физическое у него легче переносит и, конечно, быстрее выходит из этого состояния. И раз
стресс переносится легко, он выходит из этого состояния. Это состояние не приводит к возникновению депрессии. И у нашего пациента не возникнет вопрос, депрессия ли у него, или это просто плохое настроение, или реакция на какой-то стресс. Спасибо огромное за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я очень надеюсь, что эта осень для многих из вас и из нас станет в прямом смысле слова переломным. И хотя бы этой осенью мы не будем ощущать состояние некой осенней депрессии. А что для этого нужно? Вспомнить как минимум слова из одного известного фильма, когда героиня каждое утро себе говорила: «Я самая обаятельная и привлекательная, я жутко нравлюсь мужчинам». Каждый может для себя выбрать любую фразу, но самое главное, пока мы не полюбим себя, пока мы качественно не будем к себе относиться, ну, кто же нас такими будет нехорошими воспринимать? Поэтому, дорогие друзья, выходим из депрессии прямо сейчас. Ну, а я не прощаюсь с вами. Говорю вам до скорой встречи и до свидания.